поставлена задача выяснить ситуацию по выплатам, как раз-таки те, которые, о которых говорил и президент Михаил Владимирович Разважаев. Поэтому сейчас будем проводить соответствующий мониторинг по медицинским учреждениям на предмет того, что действительно получили ли наши медики заслуженные деньги. Потому что действительно они сегодня работают в очень таких опасных, назовем, да, действительно опасных моментах. И действительно та выплата, которая сегодня была обещана, была направлена, да, в каждый регион. Вот это самая основная задача для того, чтобы действительно централизованно эти деньги дошли до тех медиков, которые были задействованы в моментах, связанных с коронавирусом. Общероссийский народный фронт так или иначе проводит общественный мониторинг, и, соответственно, это входит в наши прямые обязанности, полномочия, поэтому мы будем осуществлять именно тот самый общественный контроль по доведению этих самых средств до наших уважаемых медиков, тем более не так давно у них был праздник, и заодно дополнительно еще раз их всех поздравим.